пирожок. Жила-была курочка с цыплятами. И такая она ловкая была. Все-то у нее ладилось. Пшеницу выращивала, цыплят воспитывала, соседям помогала. Решила курочка поле расширить, чтобы пшеницы побольше посадить. Да пень мешает. Так он корнями в землю ушел, что как ни бились курочка с цыплятами, а выкачивать его не смогли. Отправилась курочка к соседям Бобику и Музику за помощью. А те отдыхают. Один на гитаре бренчит, другой спящим притворился. Не захотели соседки помочь. Только курочка за порог вышла, вскочили и давай веселиться, радоваться, что от работы сумели отказаться. Наступила осень, пришло время урожай собирать. Цыплята пшеницу серпами жнут, а курочка колосья золотые снопы вяжет. Вышли как-то Бобик и Музик на крыльцо, а из соседского дома так вкусно пирогом пахнет. Похватали ладыри свои плошки да ложки и со всех ног курочки бросились за угощением. Впереди Бобик бежит, только пятки сверкают, да и Музик не отстает. Спешат друзья пирогом полакомиться. А курочка тем временем на стол ароматный пирог ставит. Бежали Бобик с Музиком на крыльцо, в дверь стучат, но хозяйка их в дом не пустила. Стоят бездельники под окном, на цыплят смотрят. А так им пирожка попробовать хочется, что того и гляди, слюнки потекут. С аппетитным уплетая вкусный пирог, один цыпленок говорит маме: «Посмотри, соседи на угощение пришли, а пенек-то выкачивать не помогли». Услышали это друзья и давай ссориться. «Это ты не захотел соседям помочь! Ты сам спящим притворился, из-за тебя теперь пирожка не попробуем!» А цыплята пирожок доели, вышли на крыльцо и кричат лодырям вслед: «Дело время, а потехе час. Может, впредь не такими ленивыми будете?»